производятся противоправные действия в отношении сотрудников парка, а именно снос здания ТИР и перевозка стройматериалов, которые принадлежат ООО «Викатор». Вот это Галя как-то пишет. Не задавайте мне таких вопросов. Я не знаю, что это. Здравствуйте, уже наполовину разобрали, немножко не успели мы, конечно. Еще у нас вывезли аттракцион «Кузнечик», вот если можете поснимать его там. Они рано утром пришли, и как бы мы немножко не успели, кстати.